Оттам Велики Краков и добрый день. Приветствуем вас. Говорят по-польски. Дом Полони. Кто это был? Кто это? Это была Кизилка. Козельский. Пани Козельский. Ну что, идем дальше. Ты поедешь с камерой? Да, я кругом веду с собой видеокамеру. Ну выключай ее, неудобно же будет идти с чемоданом. Очень неудобно. Ты даже не представляешь, как удобно. Костел для Кракова. Польский. Он чуть на голову не сел. А что там так, я скуп 4. Ты не будешь еще пиво жевечь? Мы пили вот это пиво жевечь. Очень вкусное. Краков. Польска. Очка, это твоя родина. Что? Польша. Кто? Твоя родина, Польша. Да. А, ну, это уже съедем на мою еще. Ха-ха-ха!
Очень, по-моему, сейчас вот по этой улице будет этот магазин. Полиция. Ну тут скоро ездит так же быстро, как в Италии, да, Очень? Смотри, дядя его здесь. Да ну его нахер. Нехрест, блядь. О! Сейчас бы иглу бы. И, блядь, снять его нахер. Да они уже смеялись, что пан тоже хочет сфотографировать. Оу! No. Не надо спешить, видишь? Не надо спешить. Да, ну что, не надо. Даже я снимать не хочу. Ну вот такие нехристи вчера, кстати, у нас были в этом. Около нашего номера. Потому что Оля сказала, что включался автоматический свет. А он на футболе. Thank you very much. Thank you. Ольгу опять здесь принимают за итальянку. Да. Вот такой он Краков, Польска, город. Все.
Человек гуляет, никто никуда, опять же, не спешит. Это не Россия, блин. Безумная. Короче, там чувак сидит на земле, жонглирует мячиком. Ну, ничего такого. Мы так тоже умеем. Особенно, когда выпьем. И даже не такое. Это, по-моему, на той стороне было. Да. Очень не хочешь такой бутерброд? А вот сейчас тетки шли ели такой. Да. Вот он, очка. Очка, здесь вставай. Все, я тебя жду. Если бы пиво, польское пиво. Я жду. Ау.
Ну ладно, продолжим нашу съемку чуть позже. В принципе, из таких вот центральных зарисовок это, пожалуй, все. Не прощаемся. До новых встреч.